вместо Луи, надевает театральный пастушеский костюм и пасет на берегу сена стадо овец. Когда молодой Луи, сын разбогатевшего суконщика, рано осиротел, его дядя сделал все, чтобы юноша получил хорошее образование и выбрал дело по душе. Но парень все оттягивал выбор, читая с утра до ночи любовные романы. Он заявил, что не хочет быть суконщиком, а желает заняться чем-то более благородным. И как только Луи окончил колледж, дядя отправил его к лучшим адвокатам для изучения права. Но легковой Луи, вместо книжек по юриспруденции, скупал пачками пасторальные романы и постепенно стал терять связь с действительностью. Из-за его двери все чаще раздавались структурные монологи, обращенные к воображаемой даме сердца. Потом и сама дама сердца, своя Дульсинея, появилась, краснощекая служанка Катерина, которую он дает пасторальное имя Хариты и в честь которой слагает Дельфинский. Мало-помалу, под влиянием потешающихся над Ливисом друзей, его литературные бредни превращаются в настоящее сумасшествие. Приключения этого безумного пастуха остроумно осмеяны все ходовые приемы и мотивы тогдашних талантов.